Vai. Siamo al centro di riabilitazione Avatar, dove aiutano i bambini con problemi, le famiglie, diciamo, che non si trovano in una buona posizione sociale. E in questo centro Marina Gamboirna insegna ai bambini un metodo particolare, capna si vezza e ta sistema. Metodo Brunica. Ah, sì. After. Metodo Brunica. Brunica. Brunico. Sarebbe? Famiglia. Brunico. Cosa sarebbe? Questo Brunica è uno studioso che ha inventato un metodo che permette alla gente di vedere con gli occhi chiusi. Su cosa si basa questo metodo? Kaya Yavleza Asnova. Daoska Yoga. Meditazione? Tibetska yoga, даосская йога. Йога тибетана. Упражнения взяты все из тибетской йоги, из даосской йоги. E lei direttamente insegna? Lei insegna ai bambini? Sì, è lei che insegna. Quindi anche voi potete mostrarmi qualcosa? Io maestro. Qualcosa di particolare, magari non con le carte, con qualcos'altro, non so cosa. Qualcosa che sarebbe molto interessante per le persone per sapere. Ma sono molto interessante, scarpe mi interessano. No, perché l'interessante è guardo lui, no? Il magari lei che è il maestro mi fa vedere qualcosa di ancora più. Я поняла, Джулия, Бронников запрещает преподавателям демонстрировать свои способности. Это он на собственном опыте ошибался, демонстрировал свои способности, и ученикам таким образом поставил психологические барьеры. У учеников это не открылось. Они пытались, поверили, хотели, но из-за того, что преподаватель демонстрировал все, что он умеет, у каждого ученика возник психологический барьер. И подумали, что ну вот только он, маэстро, может так здорово, круче делать. А я вот, дескать, поменьше способностей, серенькая мышка, у меня не получится. Так. Ну, можно рассказывать. Цвета? Да-да-да. Он же не поймет, правильно ты читаешь или нет. Да, русский да, язык да, не знает. Так. Цвета хорошо. По цветам радуги. Красный. Включись. Лей. No, tre ore traducimi questo che è molto importante. Non permette agli insegnanti di dimostrare le proprie capacità perché altrimenti si viene a creare una barriera psicologica per gli studenti. Che... Va bene, che mi faccia allora un esempio di carta, un esempio di lettura. Molto interessante però. Он хотел бы, чтобы красный, дети показывали ему, как выложи. Però prima di iniziare che io capisco, dili di fermarsi un secondo, perché sennò io non riesco a spiegare alla gente cosa sta succedendo. Пожалуйста, остановиться. Потому что он хотел бы рассказывать людям то, что вы сейчас делаете. Ну, говорит пару слов. А, да? Я должна говорить, да? Не-не, он сам. Ну, или вы. А. И потом показывает... Ну, я бы хотел понимать, что... What's up? Что случается здесь? Так. Что происходит? Ну, чуть-чуть. I would like that before they explain me a little bit. And then, after they... I will speak with the child, and then we will start to do the demonstration. Он хотел бы, чтобы вы объяснили... То, что будет, да? Потом он хотел бы разговаривать чуть-чуть с детьми и потом снимать то, что они делают. То есть сначала вы объясните, что будет. Потом он, наверное, задает пару вопросов детям. Ну, ты же с открытыми глазами посмотрела и положила. Нет, я с открытыми.
Ну зачем открывалась доча? Доча. Смысл, что ты должна... Allora, che mi spiega cosa sta, perché la batteria ne ho poca, quindi io devo capire qual è il... cosa, in cosa consiste questo gioco, che si fermano tutti un secondo. Останавливайтесь, пожалуйста. Пожалуйста. Что они сейчас будут делать? А, они должны из всей большой пачки разных цветов выбрать только цвета радуги. Красный, как радуга. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой. Цвет, цвет, different color. Да. Devono dividere i gruppi. А они здесь расположены... Хаотично. Большая пачка. Devono metterli in ordine secondo l'ordine in cui sono. E qual è l'ordine? Если говорят останавливаться, не включайтесь и порядочно. Ok. Chi sarà la prima? Кто будет первым? Начнем. Зачем выключился? Она? Как тебя зовут? Как тебя зовут? Алина. 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 Ok, Алина. Посмотри, как будет. А Коля до конца это задание дает. Да, да, потом, потом. Потом? Да, да. Потом, ну ладно. Quindi dovrà trovare tutti i colori secondo l'ordine. Tu dici che lei non vede niente in questo momento. Mm-hmm. Lei non vede nulla, neanche non, dal niente, buchino. Niente. Lei deve trovare il rosso per primo colore. Витозе можете? Как я? Юля, ты вслух говори, какая, какой это цвет. Ну, нет, это синий. Ариша, вслух говори, какой цвет. Какие какие парлары? Выбралась. Ok, lei cosa ha fatto? Cosa ha trovato? Aspetta. I colori che sono... Lei senza vedere è riuscita a trovare i sette colori dell'arcobaleno. Pensate che roba. Guarda, 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 guarda cosa riesce a fare. Красный. Да. Con la testa vedete che colore è. Arancioli. Да. Она про свой оранжевый говорит. Классный. Он подумал, голубой. Что ты тут сказал. Голубой, да, блю. Желтый. Да. Фиолетовый. Это синий. Зеленый. Да. Зеленый. Però anche le superfici sono diverse, dei pezzi di carta. Sì. Se uno li memorizza tutti, se uno ha una grande capacità di memorizzare, può. Non lo so. Sono ben diverse, eh? Ma questo e questo? Sì, alcune si assomigliano, chiaro. Non avevano fatto questo. No, questo sinni, vedmi tiomi sinni. E ciò che poi non bisogna avere tutti le stesse, sai? Sì, sì, sì. No, ma non so. Alcuni sono diversi, altri sono uguali. Sicuramente se lo faccio io. Su cosa si basa poi l'allenamento? Poi me lo dici te direttamente, cioè glielo chiedi, io firmo lui, e poi dopo me lo spiego su cosa si basa concretamente, che tipo di allenamento poi esiste. Se vuoi te lo dico perché ho provato anch'io. Ah, lo sai già, ok. Ti hoce pa casata? Ah, quella, davai. Qui cosa deve fare esattamente lui? Devi dare le carte secondo il semma. Beh, io, lui ha già visto, no? Di sciorarsi, ok. A giochi ti ni cavo ti ne vedes? Niente? Niente? Ah, prilagi povязку к камере и пусть убедится. No, 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 я vedo, Она совершенно не addirittura vede, no. А нос у него больше, чем у Коли. Види, я директора Куи, потому что он посмотрел софту. Все, учится. А девочку можно выключаться?
Можно? Выключаться? Повязку снимать? А, потолеры? Да, конечно. Ага. Повязку снимай, Юля. Так, колода большая, 54 штуки, там два джокера. Двойки, тройки, четверки, пятерки и так далее. Коля, разложи на четыре кучки, значит, бубик бубям, пики пикям, крестик крестям, черви червям, джокеры отдельно. Praticamente lui cosa farà? Adesso divide tutte le carte a seconda del seme e i joker, i jolly li mette a parte. Sì. Guardate che roba impressionante, riesce a dividere su come lo fa questo, su cosa si basa. A te называй их. Tanto русский язык знают, они поймут. Это какая? Шестерка, шестерка черви. Директора реконосе. Да. Это какая? Тустерви. Lo fa, ti dici che non è che li conosco a memoria. Come fa a aver capito di aver sbagliato? Ma poi te lo spiego. Это валет. Non è che lo è al tatto riconoscono le cose, dici. Roma, on prende. Prende quello. No. Pezzi. Cioè, anche a distanza per scrivere come sei vestito, quindi più bellato, quindi non serve che tocchi una superficie. А в Италии есть любители играть в карты, которые мечтают видеть карты насквозь, даже завязанными глазами? Ну, хорошо, хорошо. Спроси. Вау. In Italia ci sono amanti del gioco delle carte che vorrebbero riuscire a vedere le carte dell'avversario. Chiaro, non capisco come è possibile che nessuno lo sappia questo, diventerebbe il più grande giocatore di poker, diventalo. Cioè, fatto, impara sto. Non ho visto nei ruci. Мы не готовим карточных игроков, карточных катал. Нет, воспитываем, чтобы не свои способности не использовал на игру в казино. Lievo in modo che non utilizzano questi poteri in giochi d'azzardo. Так, а воспитываем, чтобы он свои способности уникальные использовал для того, чтобы учиться хорошо, лучше всех, и стать высококлассным специалистом, приобрести профессию. И quali sono le, diciamo le, vabbè, dimmi. In modo che diventino, che studino, si impegnano nello studio, che trovino un buon lavoro. Quali sono le, sì, quali sono, scusa, le conseguenze di una capacità, una dote o potere, come vuoi, non ha nessuna conseguenza nella realtà? Ma questo è последствия этих способов в реальной жизни. Ну да, я уже почти 10 лет преподаю метод Бронникова. Ребята уже выросли, закончили школу, многие уже закончили университеты, работают, карьеру делают. И разницы есть. Ну как, способности остаются на всю жизнь. Вот перерывы в учебе не сказываются. Не сказываются. Ну, не утрачиваются. Этот талант не утрачивается. Не исчезает. Но не он талант. Талант остается. Талант остается на всю жизнь. Sì, ma nel senso, chi ha inventato, chi è che ha inventato questa cosa qua? Di dov'è? Russo? Он русский, живет на Украине. А, in Ucraina. Quando questo? Когда? Еще жив? А vive ancora? А, ему было 3 года. È morto 3 anni fa? Вот сколько он себя помнит с 3 лет, вот 3-летнего возраста.
И он такими способностями Vedere occhi chiusi. Io non mi aiuto a smettere di credere, vedi? Ну да. E finisce lì, non hanno altri poteri. Первые ученики были родная дочка и родной сын. Когда дети родились, подросли, ребята, перестаньте, уберите, пожалуйста, уберите. Ma come si, visto che esiste, allora, visto che è un potere che allora tutti hanno, se è possibile insegnarlo. Все могли бы выучить, да? Да, да, это у нас самое простое упражнение. Играть в карты завязанными глазами. Самое простое упражнение. Ho capito, ma ты mi puoi anche allenare a carte, ma l'allenamento come deve essere, capito? Можно и читать, можно... Ecco, del libro... Читать... Я бы хотела смотреть книгу. Что надо делать, чтобы заниматься и выучить? Приходить сюда с 3 до 6 каждый день и заниматься. Ну что вы делаете именно? У меня я бы хотел, у меня нет много времени. Завтра уезжает. Ну, но я думаю много, 1 год сколько? 15 занятий. Ну что, ну можно? Ну 3 недели. 3 settimane. 3 settimane uno potrebbe avere un potere del genere. Prima ступень, 3 недели, 15 занятий. Vabbè, impara. А ступень дальше, вторая есть, третья. Che livello è lei? Tre. Finish. Maximum, bigger. 18. 18. Diciotto? E c'è qualcuno che è arrivato a 18? Фантастика. Есть люди, которые... Ну, Бронников сам. Бронников? Ага. Сын, дочка. И как стабилити ливелли? Cos'è? Супер Сайян? Как можно определить эти уровни? Что он умеет делать, например? Так как он на 18 уровне, что он умеет делать? Бронников, да. Ну, там усложняются, вот эти упражнения усложняются. Надо уметь видеть сквозь стену. Видеть сквозь стену, видеть сквозь дверь. Читать закрытую книгу. Может? Она закрытая. Ага, chi è che è capace di leggere un libro chiuso? Чтение loro? Книги? O un libro, loro non sono capaci. Чтение книги через подушку во время сна. Addirittura riesce a leggere libri posti sotto il cuscino durante il sonno. Не поверю. No, Но vero. Да. Sono quelle cose che crederle uno deve vedere con gli occhi, difficile. Перед экзаменом, мои ученики учебник кладут под подушку или конспект, тетрадку с записями, конспект. Prima degli esami i suoi allievi mettono sul cuscino il libro, il quaderno, con gli appunti. Должен быть знакомый учебник и знакомая тетрадка, знакомый тетрадка. Quaderno che conoscono, un libro che conoscono deve essere. Come se il quaderno gli trasmettesse qualcosa. Называется голубая мечта студента, это упражнение. С кем и Соня Дзурра для студенты. И Соня Дзурра. Соня Дзурра. Чего? Ма, вы торно куй, а лора трампа димензу. Лев Толстой, «Война и мир» читали? Знаете? Такой писатель есть, Лев Толстой. А, «Война и мир», да, си, си, си. Лето. Си. Ага, читаешь. Да, «Война и мир» почитаешь? Ну, давай, Аришка. Че? Куза фа квеста? 4 тома. 4 тома, скажите, какой том открыть, ага. Кватро, 4 тома, и какую страницу... Tu puoi chiedere, scegli uno dei tomi sì. E scegli la pagina. Ma lei l'ha già letti? L'hai letti, ma letti... Она прочитала книги, да? Нет. No. Еще не проходили. В 10 классе проходит. Уно. Нет. Так, да. Закрывайся. Ага. Уно это 1-й том. Какая страница? Италия. Пагина. Номер страницы. Пагина. Номер.
17. 17. Cioè lei cercherà di leggere una pagina? Perché Trischi? Perché hai scelto quello? Perché il primo volume, tu hai chiesto il primo volume. Ah, sì. La pagina 17 lei proverà a leggere senza leggere. Князь Андрей усмехнулся, прямо глядя в лицо Анны Павловны. Сказал он слова Бонапарте, сказанные при возложении короны. È incredibile, devi fermare un secondo. Lei, stop. Lei ha fatto una cosa incredibile, perché non ha letto la parte in francese? Ah, non ha citato la. Perché io capisco. Она не знает французский язык. Внизу сноску посмотри. Però nel momento in cui lei non vede e in qualche modo riesce a percepire le parole del libro, dovrebbe comunque percepire anche il francese, magari poi non sa come. Ariша, там внизу перевод есть? Внизу страница. Почему? Ну переведи. Она не знает. Перевод прочитай внизу. Она не знает французский язык. Она видит буквы. Видит буквы. Lei vede le lettere, però non sa il francese, quindi l'ha saltato. Ариша, французские буквы английским произношением скажи. Прова лечь. Его смутило, что ты пропустил французское слово. Первая буква какая? Д. Дю. А, по-французски дю, yeah, она английский знает. Ага. Так, дальше по-английски вторая буква какая? Impressionante. Dile che ho meno di un minuto, quindi che vada. Не больше минута, потом батарея садится, поэтому... Impressionante. Dile che... La. La. Don. Signori, sta leggendo senza vedere. Legge un libro senza vedere le parole. Anna può francese, non mi dice. Dai, poi. La. La. Touche. La touche. Chi la touche? La touche. Сказал он слова Бонапарте. Да. Бонапарте. Сказанные при возложении короны. Да. Он. Дит. Дит. Кил. Кил. Эй. А. Киле. Килете. Ай, килете. Ай. Трес. Трес. Бен. Бо. Trev N, Pronunciation. Se. Parole. Внизу прочитай перевод на русский. Бог мне дал корону, коре тому, кто ее